Всем привет! Расскажу про Hummer Flex GN3000 – бензиновый генератор для загородного дома, стройплощадки или торговой точки. Подключайте к нему технику общей мощностью до 3 кВт. Бак 15 литров, его хватит до 10 часов работы. На контрольной панели две розетки 220 вольт и выход на клеммы 12 вольт. От них можно заряжать автомобильные аккумуляторы. ЖК-дисплей показывает текущее напряжение, частоту двигателя и количество моточасов. Если снизится уровень масла, загорится индикатор. Модуль AVR регулирует выходное напряжение в зависимости от нагрузки. Двигатель открытый, поэтому хорошо охлаждается. Опора – прорезиненные ножки, которые снижают вибрацию. Топливо заливается через широкую горловину, так что можно обойтись и без воронки. Есть смотровое окошко, чтобы контролировать уровень топлива. В комплекте идет кабель зарядки аккумуляторных батарей, свечной ключ, комбинированная отвертка и вилки 220 вольт. Хотите подобрать генератор? Подписывайтесь на наш канал, смотрите видео по теме, задавайте вопросы. Ответим.